аплодисментами лучший номер прошлогоднего фестиваля «Студенческая весна». И буря эмоций. И это здорово пережить такое вновь. Что ж, а мы рады приветствовать вас сегодня в зале. Добрый день! Вас приветствует команда талантов факультета менеджмента и экономической кибернетики. Сцену, зал и наш родной институт уже окутала осенью. Но в сердцах ребят, которые проводят сейчас свои последние приготовления за сценой, живет настоящее лето. И это лето они готовы подарить вам, дорогие наши зрители. Встречайте, трио из Рио!
музыка, балалайка. Это и вправду просто потрясающе. Между прочим, Лизавета, для тебя, да и не только. Так называемая балалайка называется домрой. Ну я же девушка, мне не важно. А что для тебя тогда важно? Ну, я бы хотела сейчас чего-то такого взрывного, эмоционального, позитивного. Чего? Чего? Как взрывного, эмоционального и позитивного? Ну ты же парень, Ники, ну ты должен знать. В этом случае я могу назвать тех парней, которые знают только в юморе, в взрыве и позитиве. Эй, Ники, ты где потерялся? Катя, объявляй. Я, конечно, могу сейчас только догадываться, но почти уверена, что сейчас на сцене появится команда КВН. Встречайте их! Здравствуйте, мы КВНчики, первокурсники. Ребята решили сами пошутить, вас рассмешить, себя показать. Ребят, что это такое? Вы что, скотовали, что? Вы же КВНщики, задорные ребята, ну, вы же должны с энергией встречаться, с улыбкой, эй, давайте все заново, по местам, давай. Здравствуйте, мы команда Оливье. Оливье, мы очень рады вашим лицам. Миниатюра, первый день первокурсника. После пар. Как родители забирают детей из детского сада? Как же забирает мать? Отец. После собеседования. Ну, ребят, ребят, выйдите все на сцену. К вам тут записка пришла. Что ты на руку смотришь? Вот записка. Покажите свои таланты. Покажу, проблема хорошо. Девочка, провисевшая на турнике 2 года, чешет пятку стоя. Чья палочки-танюшка, почувствуй, как Танюшка лезет тебе в ушко. И вот на поле выходит разъяренный водитель 9-ки. Еще страшнее. Да. Знаете ли вы, что гаишник — это результат скрещивания дураков и дорог? Водитель трамвая уснул за рулем. Знаете, неплохо выспался. Одноногий лесник, попав в капкан, испытал чувство дежавю. Маяковский, да не, нашел Маяковский. Маяковский, может он живой, живой бежит. Маяковский.
Кот ел сосиски, никого не трогал. Студент Егоров спал который час. Но стоило коту лишь отвернуться, во тьме зажегся человечий глаз. Одним прыжком преодолели пространство кухни. Егоров оказался на столе, зубами хватит сосиски, спрыгнул на пол и скрылся в подиванной мгле. Поесть приготовил и сделал домашку. Под дому убрался, погладил рубашку. Даже книгу в руки взял, стихи из детства вспоминал. Нет печальнее сюжета, чем отключение интернета. Если взять цветной бумаги, ручку, ножницы и клей, и еще чуть-чуть отваги, можно сделать 100 рублей. Я сдружился с Чебурашкой, со старой ниндзей черепашкой. Много у меня друзей, пока есть в запасе клей. Песочница Витя с Петей играл, и Витя у Пети лопатку забрал. Но Петя неплох оказался качком и жестко избил друга на рюкзачком. Именно так сдают экзамен по высшей математике в университете имени Поплавского. Стою в странной позе. Ой, чуть не проспал. Выхожу на наркозе. У меня небольшая проблема. Знаете, в этом зале есть одна девушка. Вот. Ну, я давно хотел исполнить свою мечту. Можно?
прием приз. Мы на сцене, там преподаватели, студенты. Я давно хотел тебе сказать. Ну как ты с бородой встречайся? Ну ты мне скажи, как это? Знаете что? Опа! Галайка! Ты где такой жилет классный оторвал? Абитура! А что за фамильярность декана мне на... Крепкая голова! Пианино жалко. Пацаны, а может вызовем скорую или как? Скорую? Нет, ребят, пианино уже не помочь. Ладно, давайте, что у вас по тексту? Продолжаем. Миниатюра. Последние часы Купидмана. Слушайте, ребят, вот кто мне может объяснить, почему мы Оливье? Ну, вот понимаешь, не было бы тебя, ну это уже совсем не тот салат, не та команда. Это как у нас в институте, тут не было бы факультета киберов. Ну уже не то, совершенно не то. А как же без нашего прекрасного бухучета, а без международа? А без ТПКов, без финансов. И пускай нас смешали с винегретом, все равно мы остаемся старым добрым навозом. Для вас выступала команда «Оливье». Да, шуточки были зажигательные, конечно. До сих пор улыбка с лица не сошла. Правда, Катя? Так, стоп. Ну, ты вроде бы не Катя, но ты мне нравишься. Ой, 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 песенка знакомая, и мотив простой, ой, ой.
песни и танцы. Неужели нет чего-то такого завораживающего? Ну как же нет, как же нет? Наши первокурсники очень богаты на таланты. На что же ты намекаешь, Никит? Для тебя и для всех наших зрителей. Встречайте! Общение душ. Ты знаешь, что бы могло быть уникальным его завершением? Конечно, это песни. Песни, которые знают все. И споют нам их три прекрасные девушки. Встречайте!
Здорово.